Итак, 24 июня. Подмосковье. Абрикос Северный Триумф. Тоже зимовал с криопротектором. Для июня очень хорошо отрос. В том году рост у него был смещен в сторону июля, и в июне он практически не отрастал. Дерево айвы чувствует себя тоже хорошо. Единственное, его местами мучают муравьи. Таскают на некоторые ветки тлю. В принципе, от этой тли ничего особо не помогает. Алыча. Клеопатра. Как видно, висит плодик большого размера на красной ультраранней сливе. Тоже в этом году видны плодики. Слива венгерка синяя. Тоже наблюдаются плодики. Плоды на ней тоже первый год. Смородина тоже зимовала под криопротектором. И, видимо, неплохо перезимовала. Но у меня сложилось такое впечатление, что из-за того, что в этом году не было сильных отрицательных температур, то и, как видно, тля под криопротектором, да и, может, другие вредители, видимо, на смородине тоже неплохо перезимовали. К такому я был не готов. Даже не приобрел сильной химии. Отбивался, конечно, от тли всякими бактериями. Ну, ситуацию это спасало совсем ненадолго. Как видно, все поражено насекомыми. А муравьи на красную смородину активно таскают тлю.